Привет. Прости, что увидела тебя так поздно. К сожалению, у нас не так много времени, поэтому я должна рассказать тебе все в краткой форме. Ты сверхюнит, элитная единица сил Красного флота. И, к сожалению, ты уже умер. Но это не так плохо. Разумеется, все твои навыки и часть личности сохранены в форме программы на базе нейросети. Зато у тебя новое и классное тело. Понимаешь, все это время ты учился, готовился к этому моменту. И вот пришло время вернуться к жизни в бодрой и свежей форме. Неизвестные атаковали колонию. Они хотят получить доступ к тому, с чем не смогут совладать. Во благо твоего вида мы обязаны вмешаться в этот процесс и выяснить, что происходит. Я покидаю тебя. Мне нужно активировать других. Следуй моей программе. Акт 1. Начало пути. Я был пробужден из стазиса как сверхюнит Красного флота или сов. Странно, я ничего не помню о себе и моем прошлом. Ну ладно, оставим эти мысли на потом. Сейчас передо мной стоит задача каким-то образом защитить эту колонию от вторжения неких сил. Ну что же, приступим. Оружие сверхюнита. От Красного флота... Красного флота мне достался комплект оружия в виде АТ-24С и револьвера БИР. К слову, это неплохой набор для борьбы с врагом на любых дистанциях. Кстати, почему на моей винтовке есть надпись «Валера»? Будет время, сотру эту похоть. Акт 1. Сион. Сани. Очевидно, на колонию совершено нападение альянса корпорации, стоящего из Pandemic или Monolith Group. Это довольно легко понять, достаточно просто взглянуть на корпуса их кораблей. Больше такую технику не производит никто. Совсем недавно две эти корпорации объединили свои частные военные компании под руководством некого Кайзера Октавиана. Итак, я пробудился в какой-то непонятной дыре. Судя по разговору с тем пробудившим меня дроном и громким изречением непонятного человека, а также по количеству трупов, мне здесь определенно будут не рады. Хорошо, допустим, дрон находится на моей стороне. Тогда, я думаю, логично будет временно следовать его указам. И
Германия курение вне индивидуального сектора является запретным. Мандекс Линкор. Там линкор. По моим данным, в городе не осталось более дружественных единиц. Если увидишь кого-то, значит это враг. Совет, лучше убить его раньше, чем он попытается убить тебя. Но это не точно. Терминал. Некоторые двери закрыты, но это не беда, оглянитесь вокруг. Возможно, где-то рядом располагается терминал, при помощи которого вы можете разблокировать нужную дверь. Если, конечно, вы имеете нужный уровень допуска. Новый элемент. Похоже, за открытие нового элемента нам отстегнут еще больше денег на внутренние проекты. Мы уже неплохо обновили оборудование лаборатории. Скоро оно будет стоить дороже, чем сама колония. Но скажу по секрету, похоже, компания не собирается оставаться здесь, и может быть, мы все эти обновки даже и не увидим. К слову, даже сам персонал пришел к выводу, что пора бы нам уже вернуться домой. Эта система та еще дыра, даже несмотря на разнообразие материалов, которые ею предоставлены. Представленные ей. Так, у них какое-то оружие. АТ-12С. У нас АТ-24. Так, его как-то можно вторым взять оружием. В данный момент стали много посторонних лиц. Прошу последних покинуть лабораторию и выбросить из головы негативное побуждение по разрушению данного объекта. Как-то не то. Возьмем обратно. Уважаемые, мы просим вас соблюдать режим молчания в этой комнате. Здесь нам, как никогда, требуется сосредоточенность. Граната больше всего не любит.
куда мы попали? Вы можете повысить уровень вашей лояльности, успешной работы организации. При определенных успехах руководство может выдать вам особую карточку, которая будет гарантировать вам дополнительный рационный титул нового проекта. Не будет это успехом, этот пик вам все равно не откроет. Так, мы вернулись. Здесь уже будет. Уважаемые сотрудники, хотим напомнить вам, что за дополнительную работу вы можете получить бонусы к вашей зарплате в форме кредитов или дополнительных рационов питания. Более подробно можете узнать об этом программе. Что это было? Гранаты, наверное. Что еще могло быть? Так, а мы не сохранялись нигде. Так, здесь есть автосохранение. Так, это уже хорошо. Так, на этом, наверное, лифт движение приведет. Нам это не надо. Против людей, но нельзя давать такое оружие тварям, вроде Кайзера.
Встретимся у нашей баржи. Поищи. Как делаете лично, ничего не знаете. Мы работаем на них. Сразу спали меня. В это время. Планету. Спиц. Говорит Норд. Требует пароль для входа. Шумится. Реклама. Продаю с гаража блок 14. Состояние вроде нормальное. Цена 25 кредитов. Граждане Цемникорска, опасность, исходящая из этого региона, заставила нашу корпорацию прибыть сюда, чтобы уничтожить нашего давнего врага. Отказавшимся по мы настоятельно не рекомендуем оказывать сопротивление нашим врагам. Пытаться сообщить о процедуре вашей регионерации в или на другие колонии. Добровольная сдача нашему силовому корпусу обеспечит вам адекватные условия содержания и использования вашей биомассы в наших личных целях. Удачного дня! Доставки еды Магниус привезет. Самый дешевый вкусный рацион на планете. Шотов здесь нет. Всякий случай.
мало ли. Тоже есть граната. Сейчас попробую. Правда, неизвестно, как она полетит. Вообще полетела. Он меня не кинул, а просто припугнул. Кидает. Что он сделал? Так, кидай. Вот они хорошо кидают. Но с гранатами какие-то беды. И патроны кончились. Понятно. Что за ракеты такие? Не ракеты эти, самонаводящиеся гранаты. Хотел кинуть гранату. Так, это оружие мне нравится. Написано АТ-24, хотя это, по-моему, не АТ-24. Это же другое уже оружие. Да, Икарус. Карус MG-103. Запомните. Огромный неизвестный корабль. И я не узнаю его сигнатуру.
база, подтверждаю. Смотрите на радаре, уже отправляемся вверх. Нам читать не будут. Громовику Зеро удалось оторваться от преследующих его истребителей корпораций. Благодаря неизвестной связи, установленной между сверхюнитом и штурмовика, последнему удалось избежать преследования со стороны флотилии врага. Сам сверхюнит на время полета оказался погружен в криогенный сон. Ему следовало вернуться в цифровое хранилище. Выйдя на орбиту планеты Сион, искусственный интеллект Зеро продолжил следовать проложенному ранее маршруту, но неожиданно обстоятельства изменились. Поблизости от планеты были зафиксированы гиперпрыжки. Появились три корабля неизвестного происхождения. Их облик, дизайн и строение показались ей непохожими на все имеющиеся в Галанете корпуса. Но сильнее всего из этой троицы выделялся наиболее большой массивный корабль. На его корпусе виднелась надпись «Трилобит». Трилобит отделился от двух других кораблей и начал разворачиваться своим тылом в сторону убывающего штурмовика Зеро. Корабль начал излучать сильное свечение. Его орудия и его щиты начали казаться ослабленными, словно он переводил всю доступную энергию на фронтальную установку. Произошла вспышка. Затем последовал мощный луч, разрезающий все на своем пути. Он следовал по траектории полета штурмовика Зеро. Его целью наверняка было остановить сверхюнита, и тогда его сила казалась неизмеримой. Лишь чудом корпус Зеро смог увернуться от луча Трилобита. Штурмовик оказался сильно поврежден, а питание и жизнь сверхюнита оказалась под угрозой, но остаток пути до точки перехода в гиперпространство был совсем мал. И штурмовик Зеро проделал этот путь. Переход в гиперпространство оказался успешен. Теперь дело оставалось за малым – достигнуть точки назначения – некой планеты под названием Зиост. В хранилище. UNC-3. В тот раз было 2. Твои успехи радуют меня. Продолжай развиваться и становись сильнее. Это твой единственный способ добраться до меня. Тебя ждет тяжелый путь и трудный выбор, который решит судьбу целых миров. Но не думай, что эта огромная ответственность должна обременять тебя. Решение было принято за многие годы до этого момента. Тебе лишь предстоит определить его исход. Надо обратно. Нет. Вот еще не подбирается. Значит, просто как новость.
Так, у нас опять есть почта где-то там. Больше ничего. Бежим на почту. Бежим на почту. Совсем не почта. Приветствую, клиент. У меня для вас одно предложение. Есть одно временное событие – тестирование испытания UNC, созданного для цифровых хранилищ массового пользования. Так, ну и что с того? Сирос предлагает вам принять участие в этом тестировании. Это абсолютно бесплатно и поощряется ценным призом, который будет выдаваться в качестве компенсации за прохождение. Вас интересует? Может быть. К сожалению, сейчас у нас нет еще... нет готового пространства для испытания. К слову, ранее у нас еще не было вашего согласия. Стоп, а разве я вам его давал? Ваш ответ может быть, сервисы UNC и телемаркетологи воспринимают как неуверенное согласие. Так или иначе, застройка объекта для вашего испытания уже началась. Причем здесь какие-то маркетологи? Успокойтесь, давайте с вами договоримся о чате в период вашего следующего визита. Мы снова все с вами обсудим, и наш сервис как раз сможет дать больше конкретики. Опять тут ящик. Простите, но конкретно в вашем цифровом хранилище у нас действует только такая служба доставки. Да блин. Внимание, за вами следят. Кто следит? Ладно, бежим тогда. Мы живем в очень сложном и забудем. Так, сейчас там появится. Нам туда. У нас, наверное, по заданию говорится со спавом, да, короче. Так, Астрал, Аква. Выйдя в космос,
и колонизируя множество миров, мы, по сути своей, дали всей галактике сигнал. Мы готовы. И мы... Зачем жить, если можно умереть? Новый герой. Попадусь, не ходи. Старый меню можно удалить. Так, сейчас у нас кто еще? Пятый. Не то нажал. Я хотел прокрутить вниз. Так. Так, у нас снизу новый. Нам не прокрутить. Так, хорошо, это можно удалять. Тоже. Как-то сейф есть. Остров Аква. Проблем последний. Мы живем в очень сложном и запутанном мире. Во вселенной. Добрать почту. Я уже забираю. Счастью для человечества, в трудные для нас нет, времена, далеко бежал за почту. Мы всегда находили необходимые потом решения. Но сейчас... Как прошло на сегодня? Там произошло нечто ужасное. Несколько тысяч жизней испарились за пару часов. Кажется, все плохо. Даже сложно сказать, вроде нормально. Кажется, все плохо. Вот как. Ну ладно, оставим это обсуждение на потом. Получается, теперь ты летишь на другую планету? Да, вроде она называется Зиост. Зиост? А ведь это вполне логично. Там находятся силы коалиции. И тебе как раз нужна помощь. Поддержка коалиции тебе пригодится. Коалиция это мой союзник? Вероятно. Правда, может быть, люди потребуют от тебя доказать твою лояльность. В этом случае придется поработать на них. Но это для тебя не в первый раз. Я даже не понимаю, что мне делать. Знаешь, когда ситуация кажется сложной, просто попробуй разложить ее на составляющие. Упростить все по максимуму. Сейчас у тебя... Не должно быть полноценных врагов или друзей. В нынешней ситуации твой враг это тот, кто, едва завидев тебя, уже хватается за свое оружие и целит им в тебя. А друзья? Друзей нужно заслужить. Они, в отличие от врагов, просто так не появляются. Я имею в виду причины, по которым я должен сражаться. Тут тоже все элементарно, разве нет? Ты сражаешься за себя и свое выживание. Вот и все. Потом, когда ты примешь окружающий мир, ты уже сможешь придумать для себя причины получше. А пока тебе должно быть достаточно собственной жизни. Может быть, сейчас я ничего не понимаю. Тебя сложно судить за это. Будь я на твоем месте, так же сейчас стоял бы и хлопал своими глазами. У меня есть пара вопросов. Спрашивай, что тебе нужно. Так, это место изменилось? Нет, изменился только ты. Состояние этого места отражает твое текущее состояние. Хотя порой мне кажется, что система не всегда адекватно преобразует это место. Но это уже лишнее. Почему я опять ощутился тут?
Я объясню все предельно просто. Все, что ты видишь вокруг, включая меня, твой сон. А твой сон – это состояние так называемого стазиса. Ты входишь в стазис, когда тебе требуется отдых. Отдых тебе требуется в любом случае, даже если ты обладаешь супер-пупер костюмом. По факту, ты все еще остаешься преобразованным человеком. Когда ты покинешь это место? А ты меня выгоняешь? Хе. На самом деле, меня просто интересовало, сможешь ли ты пережить первые часы после активации. Понимаешь, я убил на тебя столько времени, хотелось убедиться, что это было не впустую. Не беспокойся, когда появишься тут в следующий раз, меня уже точно не будет. Зато наконец-таки сможешь отдохнуть в одиночестве. Если не заведешь новых посетителей, конечно. Здесь еще кто-то может появиться? Ну да, это хранилище наполнено данными людей, которые взаимодействуют или взаимодействовали с тобой ранее. Цифровое кладбище уничтоженных кораблей. Вот, допустим, убил ты кого-то, его данные преобразились в образ, который ты можешь встретить здесь. Почему тогда я не вижу здесь убитых мною? Видимо, их данные не были преобразованы тобой. Либо, как вариант, их жизни или судьбы для тебя не имели важности и особого значения. Опять все так сложно. Но тебе пора бы уже привыкнуть к невообразимому безумию вокруг. У меня нет вопросов. Хорошо. Кстати, ты ничего не чувствуешь? Вроде нет. А что я должен чувствовать? Ну, земля трясется вроде как, и, кажется, начинает трястись все сильнее. Чего? Это, наверное, то, что мы падаем.